Российский премьер-министр Варшавский проводит пресс-конференцию, заявляя о завершении конфликта. В этот исторический день представители двух великих наций пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет в том, что надо бить врага. Дерзай, и мир прогнется. Отныне мы будем стремиться к миру с той же целеустремленностью. Так быстро люди забывают о том, что весь ход истории может измениться по воле одного человека. Кто это? Заключенный 627. Я иду за тобой, Макаров. Разве вы не слышали, Прайс? Говорят, что война окончена. Моя война окончится с тобой. Как она кончилась для капитана Мактавиша? Скажите, Прайс, он быстро умер. Я разрушил ваш мир на кусочки. Найти вас — это только вопрос времени. Долго искать не придется. Выйди из машины! Ты уверен, что этот танк нас защитит? Это их задержит. Николай, ты влез к ним в систему? Работаю над этим. Немного позабыл арабский. Огонь! Прайс, похоже, они знают, что мы здесь. Я подключился к их камерам. Макаров и вестибюль на верхнем этаже. Вот и все. Макаров отсюда живым не уйдет. Приготовься. Это за супа! Мы привлекли их внимание. Вторая волна прибудет в любой момент. Вот и они! Прямо по расписанию! Продолжай стрелять!
Наша броня разорвана в клочья! Николай, нам нужен другой лифт. Принято, в пути. Это долго не потянет. Прыгай! Thank you.
дай ему уйти!